гости пришел весь щенячий патруль. Только не хватает кого-то. Кого не хватает? Вот на коробке зятя. Видишь этого? Да, это он где-то в джунглях живет. Я забыла, как его звать. Надо посмотреть этот мультик и посмотреть, какие. Вспомнить, да? Да, вспомнить. Так, кто же у нас тут есть? Конечно же, Райдер. Зума, Скай, Крепыш, Гонч. Привет. Смотри, Скай, этот костюм. Скай летающий щенок. Да, Скай летающий щенок. У нее есть крылья в рюкзаке. Она крылья, да. Ходит. Ой, да. В розовом. Она же девочка, она в розовом. Марш красный. У него пожарная машина. Он огонь тушит, да? А я тоже люблю красный. Гус. Гонщик у нас полицейский. В синем. И машина у него синяя. Крепыш. Крепыш у нас кто? Строитель. Да. А Рокки чинит машину. Да, Рокки у нас все чинит. А Зума? Зума у нас в оранжевом жилете. Он что делает? Плавает. Плавает, правильно. А Рокки не любит купаться. Не любит, да. И, конечно же, наш любимый Райдер. Он самый главный у щенков, да? Да. Ну, давай, откроем. Да. Давай. Я хочу посетить Скай. Ой, Скай у нас упала. Коробочку видели, дочь? Гонщика, да, и Скай? Кого ты хочешь взять? Гонщика и Скай. Вот какой у нас красивый Райдер. Райдер всех собирает щенков, руководит ими, чтобы всех спасать, да? А кто у нас это? А это у нас Зума. Зума у нас плавает на катере. Он у него жилеты, все-все принадлежности спасателя, да? Гонщик, гонщик. Какой он самый хороший. А Скай летает, да? Смотри, какой она красивая в шляпке, в очках. Какая она вся модная, розовая. Ой. Давай. Вон у нее там крылья спрятаны, да? Да. Только не огревайте. Ага. Вот наш маршал. О, смотри, Ань. Вообще двигается, смотри, ножками, как будто идет. Смотри. Аня может лететь еще. И ножки двигаются, да? И головка поворачивается. Как вот, помнишь, Ань, ту серию, когда хотели Рокки скупать на конкурс щенков, да? Помнишь? Они вот так могут стоять. Угу. Вот так. Эти ноги так, а эти так. А, они у нас что, в прыжке застыл гонщик, да? Ты его как положила? Или на шпагат он у нас сел? Да, на шпагат. Ага, на шпагат. Какой же смешной гонщик. Ага, прыгает Скай, да? Ой, смотри, какой у нас Крепыш, какой он толстенький, какой он хорошенький. А что у нас Крепыш больше всего любит, Аня? Сладости. Сладость, он кушать больше всего любит, да? А она будет учить его. Учить? Да, ага. А на уроке нельзя кушать. Да, на уроке нельзя кушать, на уроке только учить. Это гонщик у нас, он полицейский, он может даже вот так сесть и плевнуть как будто. Угу. Всех спасает, всех всем помогает, да? Эти ноги сюда, а? Так? Жалко, у них еще машинок в наборе нет. У них такие еще классные машины. У них есть в магазине одно. Эти щенки и машины. Да, я видела, в продаже еще есть база их вся. С машинками. В следующий раз тебе куплю. Будем смотреть базу? Сучка.
Только надо посмотреть, не разобрали? Да, вдруг разобрали. А еще, кого ты еще любишь среди щенячьего патруля? Это твой любимый мультик? Гонщик, Скай, Лёпик и... Маршал. Масюня, и Клепеща, и Вуму, и Лязбия. И Райдера. Вот. Кого, интересно, они теперь еще будут спасать? Мы с тобой только 3 сезона посмотрели, да? Наверное, много. Еще нам надо Мэра Гудвей с ее курицей Циполетой. Она такая смешная, да? Если да. Куда-нибудь попадает в неприятности. Да? Да. И Мэр Хамдингер. Ага, Мэр Хамдингер, точно. Он... Все, я... Пошел плавать в море на катере. Я так люблю купаться. Она пошла летать. Летать пошла. Летать. А я строить. Я так люблю строить и кушать. Я буду... Пойду ковш свой возьму. И пойду что-нибудь отрою. И пойду покушаю. Некогда да? кушать. Некогда? Да. Тебе нужно учиться. Учиться. Ну, я покушаю, а то я на голодный желудок не умею учиться и работать. Пойду пирог какой-нибудь сладкий съем. Стой, я сейчас приготовлю. Скай приготовит? Да. Да. Молодец. А я пойду на лестнице лазить, всех спасать будут, пожары тушить. Маршал тоже смешной, тоже куда-нибудь сюда попадает, да? А сейчас Скай бежит за этим Зумой. За Зумой она бежит? Да. Они в догонялки играют? Да, в догонялки. Ой, какие они хорошенькие. Такой мультик, они такие милые, да? Да, Зидань? Ты ему что там ногам делаешь? Они бегут. Ага, бежит. Правда, похоже, как будто бежит. Ты их любишь? Всех люблю. Всех любишь? Ребята, если вам понравилось это видео...